В Махачкале злоумышленник угнал автомобиль Honda стоимостью 880 тысяч рублей и украл 2 сотовых телефона. О краже имущества заявил 38-летний житель Кизыл-Юртовского района. Как выяснилось позже, 17-летний подросток пояснил, что нашел ключи на территории стоянки, которая находится рядом с мечетью. В ходе разбирательства молодой человек признался, что является большим любителем автомобильной езды, чем и пояснил свой поступок. Забрал машину. Уехал, покатался и бросил ее на южном автостанции. На следующий день меня поймали сотрудники, подозревая в угоне.